Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. У нас с вами 25-й день. Поехали. Так, буду я выставлять, наверное, вот так. У нас тут одни редиски, что ли, будут сегодня. Получается так. Ладно. Будем бороться. Кстати, вы не забывайте, что мы потихоньку с вами замораживаемся. Это очень плохо. А как же я буду отогреваться? Кто мне это скажет? Хм, а, у нас есть еще лук здесь. Давай. Лучок — это очень хорошая вещь. Так, мы с тобой зарабатываем листочек. Листочки я заберу. Выставляем. Ой-ой-ой-ой, вы что делаете? Ну-ка. Вот так вот. Будут знать, как близко ко мне вставать. Так, волна пошла. Слушай, ну мы так далеко с тобой не уйдем, если нам будут давать только лук и вот эту вот редиску летающую. А нет, смотри-ка. Дают пепер-пульту. Так, ну-ка. Слушай, а зачем я сюда лук потратил? Кто мне скажет? Ну-ка, давай вот так вот сделаем с тобой. Атакуем вражин. Блин, друзья мои, у меня заморозились тут наши овощи-то. Твою же налево, сейчас успеет пройти, да? А если вот так сделаю? Что ты на это скажешь, парень? Ничего не скажет. Так, еще один листочек мы добыли с тобой. Куда же нам влепить-то, а? Может быть, вот сюда, вниз? Пускай отогревается, да? Потихонечку. Скоро пойдет еще одна волна. Блин, этот чудик идет. Смотрите, ребят, который будет толкать сейчас. Ну куда вы прете-то, а? Охламоны, вот куда вы прете? Блин, мне не нравится. Мне не нравится вот тот вот зомби наверху, который идет у нас. Так, окей. Блин, еще и этот на своей птичке летучке идет. На грифоне. Ну, пока вроде бы справляемся. Я могу вот так себе, конечно, позволить сделать. Оу, ноу, не надо, не надо. Естественно, применяем свою ульту. Вон этот первобытный. Мы его подбили, кстати. Поэтому ничего страшного нету. Это была волна или нет? Ну-ка, вот так его немножко своим, как говорится, запашком приостановим. Все, подбили, друзья мои. Ну, слушай, 25-й день оказался очень легким. Долго он стоит, конечно, без головы, но тем не менее падает. Слушай, довольно легко и просто. Новое достижение. Айс-блокада. Ледяная блокада. Мы получили с вами достижение. Ротобага. Когда же я ее открою, а? Эту ротобагу. Ну что, пойдем, наверное, сходим. Да, к себе на огород. Что у нас здесь? Монетки. Так, польем с тобой чертополох. И возьмем для следующего. Так, подожди-ка, шмель. Давай-ка мы с тобой польем чертополох. И возьмем с собой на следующий уровень, наверное, 3 стрел. Ну, а почему бы и нет. И давай, наверное, с тобой возьмем двойной подсолнух. Больше пока нам, наверное, погоди-ка. А почему вот этот вот стоит, и я не могу его взять? А, друзья? Не созрел еще, что ли, чудик? А, он у нас есть. Просто я его не использовал. Вот оно что. Окей, будем это дело исправлять с вами. И переходим на 26-й день. Окей. Так, 26-й день, потом мы... Вот она, получается, да? Бата, как там? Батаяга, батарага. Нам нужно пройти 26-й день, и тогда мы с тобой заработаем эту редиску. Или заработаем, или прапаем, что-то одно из двух. Ё-моё, вот это плохо. Так, берем
наш скорострел. Берем вот эти вот подсолнухи. Возьмем с тобой, наверное, 3 стрел. Тут летающие будут, да, все дела. Но я даже не знаю, может быть нам... Да, кстати. Нет, чертополох я брать не буду. А вот этих парней заберу. Все. Надеюсь, такой армией мы справимся. Тут у меня еще грибочки замороженные почему-то стоят. Ну, все, хорош, что? Будем с тобой выпускать подсолнухи, и они будут нам сразу давать с тобой деньги. Ой, деньги. Ну, ты понял, энергию, конечно же, энергию. Конечно же, энергию. Давай с тобой разморозим грибочек. Сюда я могу поставить скорострела. Еще один подсолнух. Вот так сделаем. Так, нужно нам растопить. И, наверное, уже надо... Слушай, стрелять надо. Ой, здесь у нас дорожка не прикрыта. Что нам тогда сделать? Во-первых, нам нужна энергия. Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо. Зачем? Куда вы прете? Блин, не успею, да? Все-таки прогрызет. Вот засранец. Все-таки прогрыз. Наверху-то что такое? Почему все замороженные? Быстро растаяли. Этого будем откидывать, если что, с тобой. Вот таким вот образом. Еще один подсолнух. Так. Давай поставим, наверное, с тобой сюда редисочку. Вот это плохо. Вот это, ребята, плохо, когда вот такая вот орда этих хорьков летит на тебя, да? И ты не знаешь, что сделать, как с ними справиться. Зарядим, пожалуй, по верхнему ряду. Все там упали, распластались. Грибы, вы будете у меня размороженными или все время вас буду замораживать на постоянку? Опачки. Друзья мои, вот это плохо. Вот этих нужно как можно быстрее подбивать, чтобы они оттаяли, и мы... Не надо лезть. Вот куда ты бежишь, пугало огородное? Вот объясни мне. Ну... Оттолкнули. Блин, а тут не получилось, к сожалению. Слушай, все очень плохо. Все очень у нас плохо. Как быть, я даже не знаю, друзья мои. Как нам быть тут? Прут, олухи. Давай еще один листочек. Мы с тобой сюда запульнем. А это последняя волна получается, да? А если вот так вот сделаем? Правильно, оттолкнули его. Блин, я даже не знаю, за что браться. Редиску эту можешь поставить нам. А эту растопить. И остается у нас один вот этот вот зомби. Йети маленький. Мы его подбили. Все, в принципе, 26-й день тоже оказался довольно простеньким. И наконец-то мы с тобой получили новое растение. 150... Энергии он стоит. Ну, ребят, ну, на самом деле он мне не особо понравился. Не знаю, буду ли я его брать к себе в команду. Но мы переходим на следующий уровень с тобой. 27-й день. Спаси и сохрани. Вот эти вот 3 редиски. Ё-моё, Гаргантюа, собственной персоны здесь. Ну что, давай начнем. Возьму стебелек сюда. Это во-первых. Во-вторых, вот этих ребят возьмем. Чертополох нужен нам, не нужен, не знаю, друзья, не знаю. Подсолнух. Возьмем с тобой орех, правда не знаю, пригодится ли он нам здесь. Тут опять же будут нас замораживать, как всегда, да, без заморозки тут не обойдется. Поэтому бонг-чой, в принципе, будет здесь тоже неплохо. Поехали, ребят, попробуем. Все будут смещаться именно вот на эту линию. Рано или поздно, поэтому нам нужно именно здесь офигенную защиту делать. Но также я больше чем уверен, что здесь будут и зомби на кондорах. Плюс еще будут замораживать 100%. А ну-ка посмотрим. Угу. Орех у нас бронированный. Так, давай-ка я, наверное, вот сюда поставлю стебель. Пускай начнет бомбить их электричеством. Так, наверху ползет, да, зомбарь?
Слушай, что-то тут как-то много и быстро они идут. Сюда поставим с тобой тоже орех. Все, ряд подсолнухов сделали, теперь будем заниматься другими немножко делами. Немножко другими делами. Во-первых, нам надо будет отбрасывать их всех. Опс, тихо. Давай вызывать с тобой, наверное, электричество. Молнию. Здесь тоже поставим орех, чтобы не прошли они. Так, теперь нам нужно с вами, наверное, поставить вот это вот растение, чтобы отогревало. Да? Чтобы отогревало. Вот сюда вот влепить, я думаю, что будет как раз хорошо. Так, 200 энергии нужно накопить. Вот сюда, вот прям посередочке я выставлю его. На всякий случай сюда еще влепим орех. О, бегут. Кстати, тут будет 4 волны. Немало, я тебе скажу, на самом деле, немало. Хорош там рожать уже, а? Мелкаши. Почему так мало энергии дают мне, а? Да, бонгчой, куда тебя поставить? Тут даже некуда влепить. Обидно. Так, сюда поставим еще один орех. Как только есть... Оу, далеко ли ты летишь, а, кондор? Вот объясни мне. Подбили. Пока все хорошо, все под контролем, друзья мои. О, пошел чувак, который толкает. Блин, как же нам тут сделать-то? Орех пока. Давай вот так вот. А я не могу поставить, да, заменить? Не могу. Давай электрический стебелек с тобой тогда влепим. Вот это, конечно, мне не нравится. Толкуны эти толкают и толкают. Давай сделаем ульту. Вот таким вот образом. Слушай, орех уже съели. Практически здесь вот. И тут опять у нас толкуны, да, которые толкают эти глыбы. Ледяных йети замороженных. Будем их потихоньку размораживать, чтобы можно было бы их убить их как можно быстрее. Стебелек сюда нужно еще, наверное, электрический поставить. Я думаю, от него будет здесь толк. Или же нет, нет, лучше я поставлю сюда пейпер-пульту. Вот так вот. Окей. Так, я могу узнать, что сделать. Вот сюда, наверное, поставить орех. На всякий случай. Вот это вот начинать растапливать потихоньку. Блин, вот этого зомби уничтожьте, пожалуйста, мне, а? Который идет с ведром на голове. Он мне здесь абсолютно не нужен. Твою же налево, давай оттолкнем тогда его, что ли. А то практически вплотную подошел. Так, здесь растопим. Так, этот зомби у нас сейчас сместится сюда. Но тут орех, поэтому нам здесь безопасно находиться. Окей. Пока все замечательно. Но это пока. Блин, не могу поставить, да? Занято. Занято. Опять толкун. Сюда поставим стебелек электрический. Надо растапливать, друзья мои, иначе они нас сейчас тут просто промнут. У меня есть? Ульты нету, к сожалению. Не могу применить пейпер-пульту по полной программе. Так, здесь у нас разобрались с этими делами. Опачки, орех заморозили. Если замораживают орех, соответственно, они смогут через него пройти. Так, вот здесь попробуем растопить. Слушай, ну, по-моему, все хорошо. Это у нас третья волна, да? Третья волна. Кого он там есть? А, орех бронированный. Оу, я забыл совсем про гаргантюа. Твою же налево, а как нам быть-то? Наверное, нам надо вот так вот его оттолкнуть. О. Неплохо, пока неплохо. Блин, а если я вот сюда вот орех поставлю, он его раздавит? Один удар он снимает броню, да? Второй удар просто добивает этот бедный наш орех. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, смотри, что делает. Фу, успели его подбить. Так, листочек. Давай, родной мой, нам с тобой нужно вот так вот сделать. Все, получилось, нет? Блин, сейчас... Сейчас съест
Да ты достал сюда отправлять одного за другим-то уже, а? Пошел прочь. Пошел, как говорится, прочь, да? С нашей грядки. Отвали, Гаргантюа, что он такой сильный-то? Посмотри. Ой, друзья мои, сейчас следующая волна пойдет. Расслабляться еще рано. Не могу его подбить, и все, это хоть и треснет. Смотри, идет и ломает, идет и ломает. Если он подойдет сюда, все, мы, наверное, проиграем с тобой. Фух, подбили. Мы его, наконец-то, подбили. Давай сделаем так вот. А тут-то у нас все хорошо пока. Все под контролем. Ребят, тут такая заваруха, я даже не знаю. О, нет, еще один идет, посмотри. Какой один? Два Гаргантюа идут. Ё-моё, ребят, тут, по-моему, нам придется потратить финансы, мне кажется. Потому что они сейчас просто промнут. А я не хочу, чтобы они здесь кого-то уничтожили мне. А что я могу сделать? Могу их сдуть. Давай так сделаем. Вот так вот. Окей, это для начала. Бедный, он что там наяривает? Но он молодец, он молодец, что так делает. Здесь поставим с тобой орех. Правда, он нас, наверное, не спасет здесь. Но, тем не менее, я не позволю, чтобы они меня здесь раздавили. Мои бедненькие растения. Давай, отбиваемся до последнего. Да что ж ты будешь делать-то, а? Оттолкни, пожалуйста, этого Гаргантюа отсюда. Нечего ему здесь делать. Я еще орех вот сюда поставлю специально. Пускай он пока занимается этим орехом. А мы немножко его будем бомбить. Слушай, ну они в разы сильнее, вот эти вот Гаргантюа, которые были до этого. Так, вот он идет, довольный, я смотрю, да? Блин, стебелек здесь нам не нужен. Он сейчас будет наверх перемещаться или как? Нет, он уже никуда не переместится. Только лишь в мир иной. Это максимально, что ему светит. 27-й день меня напрек, если честно. Так, забираем с тобой монетки. И, кстати, обошлись. Нет, не обошлись, ребята. Все-таки один раз я применил заклинание. Драка с доктором Замбосом. Почему? Уже, что ли? А не рано ли? Так, я хочу выйти на карту. Давай-ка глянем. Мы с вами на 28-й миссии. Подожди-ка, ну разве здесь будет Замбос? Замбос должен быть вот здесь, по идее, у нас. Так что пока еще рановато суетиться. Я уже хотел просто идти на огород и забирать свои растения. Но мы пока перебьемся, верно? Верно. Так, посадим, польем. И все, пока у нас хорошо. Значит, мы с тобой пройдем 28-й день без применения суперрастений, да? А вот уже 29-й. А там посмотрим. Если у нас выпадет Замбос, ну, будет драка, естественно, мы пойдем с тобой на огород и возьмем наши суперрастения. Так, что у нас тут? Сажай и защищай. Так, ой, ё-моё, опять Гаргантюа здесь, а? В плане я не могу подсолнух применить. А как? Приплыли, называется. Хорошо, давай начнем тогда вот с этих ребят. Возьмем Бонгчой с вами. Орех нужно брать, не нужно. Возьму, наверное, орех большой, гигантский. Фасоль. И что же еще? А, тут есть чувак, да? С хорьками. Значит, нам придется еще с тобой взять электрический стебелек. Ну что, поехали? Мне кажется, сейчас будет фейл. 2500 солнышек. И, как говорится, развлекайся как хочешь. Молодцы, красавцы. Как я им тут сделаю все это? Мань приложу. Let's rock. Зашибись, дали мне лимит. Да. Ну, понятное дело, стебелек нам пригодится. Естественно, будем с тобой ставить Бонгчой и прикрываться орехом. Так, ну-ка, жри фасоли. Ах, ламон.
Так, минус один. Здесь будем бомбить. Так, электрический стебель сюда поставим. Хитро, хитро, да, друзья мои. Тут как-то напряженно будет, я уже просто чувствую. Орех, конечно, нам помогает, но против Гаргантюа я ума не приложу, как все это будет выглядеть. Когда они пойдут, нас там ничего не спасет. Так, стебелек. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Сможет справиться он у нас стебель? По идее должен. Да, он справляется. Здесь тоже. Бомб, что, если что, прикроет. Пока хорошо все. Давай я, наверное, вот сюда еще орех поставлю. Да иди ты. Уже замораживать начинает, ты представляешь? Он уже начинает делать свою заморозку. Тут еще этот, эх, уже заморозил. Он уже заморозил. Так, пробуем, ребята, ульту. Вот так хоть помогла, но хоть немножко-то. Да вроде как немножко помогла, но... Отлично, он что, исправился там со своей работой. Никого не пропустил. Так, стебель. Ой, стебель, листочек, ребят, листочек я поднял. Так, надо нам вот сюда поставить еще, да? Пейперпульту, а у меня уже денег нету для того, чтобы тут все это дело расставлять. Вот так вот. И как же быть? Давай так попробуем, наверное. Так, еще этих не хватало мне. Аглоедов, которые идут. Они же замораживают растения. Давай, 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 давай. Окей. Упс. Друзья мои, да как так-то? Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо. А вон и Гаргантюа пошли. Угу. А это еще, это же еще не волна, да? Как бы. Слушай, 1200, может быть... Не буду я пока применять. Перебьемся. Трындец какой-то тут происходит. А вот сейчас пойдет волна, друзья. А вот сейчас пойдет волна. И вот объясни мне, как я тут должен справиться? Эй, а почему не сдуваются-то? Сдулись, я говорю. Я этого Гаргантюа просто не могу, ребята, ничего с ним сделать. Да ну, да не может быть такого, чтобы я их не мог сдуть. Офигеть. Вот сейчас будут траты у нас. Жестко, жестко. Да куда ты прешь? Одного мы завалили. Остается вот этот последний, Гаргантюа, который идет. Я не знаю, сможет ли у меня здесь стебель. А, все, получилось. Да, друзья мои, 3000 голды мы с вами потратили. Но зато прошли этот уровень. Окей. Вот теперь, наверное, у нас будет последний этапчик. И будет босс-замбосс, скорее всего. Так, что у нас тут? Ну, как всегда... Бомби зомбарей. Стандартная команда. Гаргантюа хотя бы нету. И на этом спасибо. И дали мне, друзья мои, определенный набор. То есть я сам не могу ничего выбирать. Вот что есть, тем, как говорится, и пользуйся. Значит, лук, огненный горох, орехи. Интересно. Очень интересно мне понаблюдать за этим делом, что у нас тут вообще из этого всего выйдет. Подсолнухи надо, наверное, два ряда ставить. А вот эти как я растопить могу, а? Кто мне скажет, как вот я их должен растопить? Может быть, от него будет... А, жар идет, да? Все, я понял, от него идет жар, и они отогреваются. Ну, хоть где-то плюс есть. Значит, будем с тобой копить. Так, вот здесь мы, наверное, сделаем еще вот так вот. Пускай редиск там бомбит. Здесь мы с тобой поставим по периметру орехи. Вот так. Жалко, мне не дали
Стручок электрический. Ой, стручок, росток. Было бы, конечно, хорошо бы. Было бы очень хорошо и прекрасно, но, к сожалению, без него пока. Так, сюда с тобой поставим и начинаем потихонечку вжаривать. Так, это откуда переместиться? На орех. Бедный орех, сейчас его там закромсают. Давай, наверное, луком дыхнем, чтобы они немножко остановились. Ай-яй-яй, наверх перепрыгнули. А я их здесь поджидаю. Блин, солнечной энергии не хватает. Давай вот так вот попробуем прожаривать. Они тут два бронированных, точнее в колпаках. Можем с тобой вот так вот дыхнуть на них и немножко приостановить ихний поход. Ну, вроде бы, ребят, как все пока под контролем. Пока. Все бомбим, прожариваем. Этот начинает орех лупашить. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот. Ай! Промахнулся, промахнулся, друзья мои. Немножко не так сделал. Надо было лук вот сюда ставить. Как раз вот на эту ячейку. Они же наверх сюда переходят. Так, первая волна на подходе. Первая волна на подходе. Здесь будут две волны у нас. Так, энергия идет. Орех съели, ставим новый. Плюс дыхание луковое. Кто-то мне сказал, это чеснок. Какой же это, ребята, чеснок, когда это лук собственной персоны. Так, этих толкают, да? Нам придется здесь, скорее всего, применять ульту. Вот таким вот образом. И сверху тоже. Вот так вот растопили. Уничтожили. Луковое дыхание, оно мне здесь не понадобится. Мне нужно больше вот этих вот огнестрелов ставить. На самом-то деле. Огнестрелы. Слушай, а если я вот так вот дыхну? А, он не дышит. Почему-то. Ну, потому что врага нету, да? И он пока... Так, сейчас мы его забомбим. Летающие зомби на кондорах идут. Мы с собой вот так вот еще сделаем. Тот снежками бомбит. Интересно, а он может заморозить мне огненное растение? Огненный этот, горохострел. Мне кажется, навряд ли. Мне кажется, навряд ли. Вот наверху надо нам еще, наверное, поставить сюда вот горохострела огненного. Вот сюда. И все. Так. Скоро не за горами будет вторая волна. Что-то не дают нам с вами листочков. Причем уже давно. Так. Да должны, по идее, тут справиться. Так, где? Вот здесь можем дыхание врубить. Окей. Здесь можем орех с тобой поставить, на всякий случай. Вон, кстати, чувачок идет, да? С него выпадет как раз листочек зеленый, который нам с тобой понадобится. Я знаю, что нам нужно сделать. Вот здесь убрать один подсолнух и выставить горохострел огненный. Вот так вот, потому что, смотри, что там происходит. Там ужас, что творится. Так, успеем мы их расстрелять? Волна. Друзья мои, готовимся к волне. Росточек дали. Так, а этот идет, а? Ё-моё, эти еще толкают своих зомби мелких. Дай дыхну, блин, дыханием зловонным. Ой-ой-ой-ой, что ж происходит? Как нам быть? Блин, давай вот так, наверное, сделаем. Пока это оптимальный вариант был. А вот тут что, мы успеем их пробить всех? По идее, должны. Дыхание здесь не нужно. Давай, наверное, поставим орех. Слушай, а мы справились. Смотри. Причем довольно неплохо. Сейчас мы его уничтожим. А, толкает, толкает. Он все равно своих этих охламонов. Тогда мы вот так сделаем. И зловонное дыхание лука. Все, друзья мои, мы справились с вами. Причем на отлично. Никого практически не потеряли. Ну, не считая то, что вот у нас тут наверху немножко покромсали.
наши цветочки. Но это не критично. Фух. А вот теперь, друзья мои, будет босс-замбосс. Это 100% пиньята. Что же нам отсюда выпадет? Давай глянем. Покажи мне, пожалуйста, что у тебя внутри находится. 100 монет. Ага, гвард. Чарт гвард. Пеперпульт и все. Да, не густо, конечно. Ну что, друзья мои, я думаю, что теперь будет у нас босс. Поехали. Ну, вот и боссик у нас здесь. Так, друзья мои, вот теперь нам нужно с вами идти на огород и забирать практически все, что у нас здесь есть. Так, начнем, наверное, ну, шипы заберу. Возьмем этот орех, я не знаю, нужен ли нам этот орех. Так, близнецов возьмем сиамских и, наверное... Слушай, я набираю, а ведь на самом-то деле там же у нас будут заморозки. Поэтому особо сильно тут не разгуляешься. Так, давай заходим. Ох, сейчас будет опять эта битва титанов у нас. Ёлки-палки, этот босс-зампосс всегда очень сложный. Ну все, хорош прогружаться, что ты там думаешь по 3 часа? Вот он явился. Не запылился, довольный. Что ты? Пенни, где мое тако? Твое тако украл босс-замбосс, вот кто. Что это такое? В плане. Ого. Это что-то новенькое. А, тут вот так это все будет. Тихо, что он там делает? А что это такое ты делаешь? Замораживает... А, замораживает линии. Ну, это нам не нужно. Так, этого я пока не буду тратить. Мы должны с тобой, короче, растапливать, да? Я понял. И я так понимаю, здесь нельзя... Да хорош! Зачем ты так все делаешь-то? Ты прикинь, он замораживать будет. А как я тогда буду отогревать свои... А растения, ты мне вот это объяснишь? Так, тихо, отгоняем. Отгоняем этих, друзья мои, зомби. Кидри, не фени, они нам тут не нужны. Блин. А как быть-то? Что-то все очень плохо. Все очень и очень плохо. Листочков мне здесь давать не будут, это... Точно, да? Мне сказали, перебьешься ты и без листиков. Да. Жестко на самом деле-то. Так, давай отгонять. Мы, короче... А, мы его размораживаем. Ты смотри. Мы только сейчас начали ему наносить урон. Хоть какой-то маломальский. Слушай, я могу камни вот сюда применять? Вот на эти вот... Могу. Так, а чё ж я так не делаю-то? Что-то больше не могу. Мог и больше не могу. Ну-ка. Вот. А, он замораживает, короче. Все, он когда размораживается, ребят, мы наносим по нему урон. Я теперь понял, как это работает. Сейчас, видишь, он опять себя охлаждает в лед. Вот таким вот принципом это все работает. А мы опять будем растапливать. Вот так вот. Блин, что-то не растапливается. Не надо тут замораживать мне ничего. Растапливать как? Как растопить-то? Блин. Не пойму, друзья, как тут растопить? А, вот он. Вот он опять в отключке. Что тут еще за землетрясение какое-то происходит? Так, выставляем этих защитников наших. Ох, целый ряд, прикинь, заморозил. Просто взял и заморозил целый ряд. Не-не-не-не-не, парень, успокойся. Ты что творишь? Блин, все жестче и жестче становится. Вообще уже без остановки просто заливает тут, смотри. Себя этим. Так, подожди, давай сюда поставим.
Надо нам отталкивать этих всех зомби обратно. Они нам как бы мешают. Очень сильно причем. Ага. Блин, мне бы, конечно... О, мы его еще раз подбили. Давай, 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 родные мои. Пробиваем его. Все? Друзья мои, ну я вам скажу, что это слишком легкий босс был. Слишком легкий. Мы с тобой получили статуэтку первобытного зомби. Нет, ну конечно, если бы тут, может быть, что-то где-то упустил бы, он бы здесь ряды бы нам уменьшил, и мы бы здесь уже не справились бы. Все, 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 вернули тебе твою тако. Вот этот вот зомбас у тебя украл. А мы с тобой получили еще и статуэтку за то, что победили его. Опять он какие-то там записи сделал в своем журнальчике и улетел. Ну а мы, друзья мои, конечно же, пойдем за ним. Что это такое? Угу, мы его подбили, и значит, имеем право полное зайти на следующую территорию. Lost City. Использовать ключ. Конечно же, о чем речь? Будем использовать ключ. Ну и хотелось бы посмотреть, что здесь такой за биом у нас. Ух ты, смотри-ка. Новый какой-то цветочек, новое растение. Пиньята. Это, видимо, друзья мои, какие-то археологические раскопки, что ли, да? Потому что тут зомби-археолог. И мы с вами по каким-то якобы, не знаю, пирамиды, не пирамиды, но тем не менее. Вот листочек, тоже новое растение. Опять же, у нас тут 31 уровень. Ну что, давай, наверное, сыгранем в один. Хотя бы посмотрим, чего нам тут ждать. Надеюсь, тут не будет никаких мумий. Поехали. Первая миссия, самая простенькая. Так. Добро пожаловать в джунгли. Это у нас, оказывается, джунгли. Окей. Потерянный город. Так, ну что, давай начнем, наверное, потихонечку, да? Стебелек. Здесь у нас, смотри, зомби. Ага. С рюкзаками. Ну, все как полагается, с рюкзаками. С котелками на голове. Я не знаю, нужны ли нам тут уже будут вот эти вот друзья-товарищи. Ну, вот этот вот пригодится, в принципе, как отталкивающий. Возьмем с тобой орешек. Близнецов брать, я думаю, не стоит. Бонг-чой. И, наверное, последнего мы с тобой возьмем. Лук. Да, я возьму лук. Поехали, будем смотреть. А что вот это означает, ребят? Просто так? Для красоты? А, дает сразу, что ли, мне энергию? А если я стебелек посажу? А, вот оно что. Чего бы я сюда не поставил, мне сразу дают солнечную энергию. Одну штучку, правда, но все равно приятно. Так, стебельки мои начали наяривать, и это правильно. Так. Вау, я в первый раз, кстати, вижу, что орех делает большой под ультой. Он вот такой вот колпак на себя металлический надевает. Так, минус голова. Так, стебелечки мои потихонечку-потихонечку бомбят. Нам нужно сюда подсолнухи высаживать. И мне кажется, что сюда, что вниз тоже пригодится электрический стебелек. Да? Да, наверное. Или бонг-чой. Бонг-чой тоже, в принципе, неплох. Он должен справляться, тем более, на раз-два. Он у меня прокачан еще, тем более. Вот это вот что за поросенок идет сюда к нам. Так, а ты-то куда подошел, а? Слишком близко. Ух ты, тут дают золотые монеты, ты прикинь. Не обычные, а уже золотые. И вот это мне нравится уже. Чертополох бомбит тоже потихоньку. Шикарненько. Нам вот сюда вот, если сделать ряд из вот этих вот больших орехов, будет вообще классно. Так, защитимся. Сюда бонг-чой. Блин, ну наконец-то тут нет этой, ребята, зимы. Никого ничего не замораживают. Это классно. Так, еще один чертополох сюда поставим с тобой. Ну, первый уровень, он на то и первый, чтобы быть самым-самым простым. Ознакомительным, я бы так сказал. Выпал листочек. Давай вот сюда поставим бонг-чой. Пускай бомбит. И орех вот так вот.
Слушай, ну у нас если обычный орех, да, в броне, в железной, сильный, то этот орех, наверное, еще сильнее. Или они, в принципе, одинаковые? Я имею в виду по броне. Так, что там у нас? Волна пошла. Волна пошла. Сделаем с тобой так. И зарядим ульту. Отлично. Музыка еще такая играет. Как в лучших традициях Индиана Джонс прям. Все, что ли? Ну да, ребята, а что вы хотели? Опачки. Это нам открывается или просто показывается? По-моему, открывается. 150 энергии стоит. Мы здесь что-нибудь с тобой заработали или нет? Давай-ка посмотрим. Эпик квест. Вау. У нас тут пиньета, оказывается, лежит. А я даже и в ус не дую. 100 монет. Лук. Окей. Гвард. Защитник. И все. Комплит. Вау, еще одна пиньета. Давай, конечно, брать. 100 монет. Так, редиска. Ротобага. И лук. А лук готов у нас улучшиться, я смотрю, да? Мы можем его прокачать маленько. Так, это у нас за 30 уровень зомбоса. Мы получаем с тобой тоже пиньету. 500 монет. Вау. Два лука. Картошка горячая. И пайперпульт. Все? Нет. Защитника дали нам. И две редисочки. Надо же. Бонус. Перец халапеньо, да, по-моему? Халапеньо. Отлично. И за то, что мы открыли новую локацию, нам достается пиньята новая. Так, 100 монет. Ага, вот он, цветочек. Red Stinger. Слушай, ну я доволен. Я доволен. А здесь у нас новые, ребята, ивенты. А по миру пока тишина. По миру пока тишина. Ну что же, давайте на этом, наверное, сегодня закончим. Обязательно продолжим, но уже в следующем выпуске. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.